Доброе утро. Доброе утро. Мы собираемся в музыкалку. Ну, заплелись. А ты тоже. Кстати, его никто не слышит. Ваню маленького. Он вчера раз пять. Я никуда не поеду. Вот характер какой, а. Кроссовки Анюта поэтому одела. Штанишки, чтобы... Не надо, доченька, носочки бить. А то ты порвешь их, и они порвутся. Снежана беленького, Анюты. Максимка одевается. У меня черные и... Вот косички у тебя такие бесподобные. Ой, белые и у Снежинки белые, это красивые. Да модницы, модницы. А Ваня, мама, папа, вчера раз Ваня... пять, я никуда не еду. Вот характер, на футбол его в том году повезли. Ни в какой, я маленький. Никуда не ходит. Ты будешь сына ходить в музыкалку? А, присядь, пожалуйста, Ваня. Ты натаптываешь ножки. А мы? Ну, вы не натаптываете. Иди, Ваня, тоже обувайся. Вы не натаптываете, вы в новых кроссовках. Вы как любите все новые. У всех две по три пары. По две точно. Старых, но они как новые выглядят. И вы все, вот вам только... Видишь, как вот, смотри, доченька. Смотри, как ты носочки стаптываешь. Смотри, видишь, какие? Носочками старайтесь не бить об землю, чтобы красиво было. Да, ходит на них. Ходит, точно, она же у нас на носочках ходит. Блин. Ну вот они, четверо ребятишек, которые едут, да, на которых папа с мамой возложили надежды, что они скоро будут музыкантами великими. Мы как-то уже на акробатику все начинали ходить, но Максим со Снежаной второй год уже ходят и хотят, да? Сегодня мы у учителя узнаем, какое фортепиано покупать. Папа не покупал, потому что, говорит, куплю что-нибудь и не то. Ну, что вы сегодня делали там? Мы там, ну, на пианине играли, и еще мы смотрели все. Тебе понравилось? Да. А что понравилось больше всего? Пианино. Пианино? Играла на пианино? Да. О, здорово получалось? Да. Ну, ну-ка расскажи, что вам тебе тут надо, задание такое. Показывай папе, рассказывай. Что надо тут делать, чтобы я понял? До нота, да? До. Да. И это все надо. А и песенку выучить надо, да? Да. Здорово. Ну ты довольна осталась. А где тебе больше понравилось? В этой школе или вчера ты в школу ходила? Какой больше интересный? В обои. Тебе обе школы нравятся? Ну давай пять тогда. О! Ванюха, ну рассказывай, что делал? Что делал? Расскажи. Понравилось? Да. А что, вы песни какие-то пели там, Снежан? Да, и пианино играли. А ты тоже играл? Да. Получалось? Да нет. Почти. Не получалось? Почти. Мне сказали, что я молодец, потому что я очень хорошо сыграл Андрей Воробей. Андрей Воробей сыграл? Ага. Ух ты! Здорово. А где тебе больше понравилось? В какой школе? В этой или в той? Ну, в этой и в той. А, тоже, да? Пока две нравятся школы. Ну, здорово. Ага. Только там очень долго надо заниматься. Что-то тебя комар укусил, ты под глазиком расчесала. Ну, там опять комар. А ты зачем комару даешь, чтобы он тебя кусал? Запомнила его лицо и утром поймала его так за ноги. Сказала, ну-ка быстро уходи от нас, не кусай нас больше. Ой. Парни собирают урожай винограда. Начинать будем с соком заниматься. Валерий. Угу. Дети занимаются виноградом. Рома пришел. Ножнички на место. Только вытри, сынок, их, ладно? Угу. А я делаю обед. Вот сейчас тефтельки с рисом сделала. Ежики сейчас в духовку поставлю. Я их на шубина такой. У меня там внизу мелко порезан лук. И на мелкой терочке потерта морковочка. Сейчас я залью подсоленое немножечко с приправами водичкой. И в духовку. И пусть они готовятся, ежики. Я еще сегодня кетчуп ткемали делаю. Здесь уже слива у меня. Ну, еще не протертая, без косточек, правда. Но шкурку еще не протирала. Еще у меня ждет кинза. Укроп. Это все для кетчупа ткемали. Буду делать сейчас. Баночки в посудомойке еще моются.
Сегодня мы наладили поставку молока. Нам сегодня яйцо привезли. Поставку молока. Вот, кстати, барбарис. Этот надо. Барбарис. Боярышник надо пойти поставить в сушилку. 4 баночки молока. Теперь нам будут привозить молоко во вторник. 3 банки. Ну, пока посмотрим. Пока 3. И в субботу 4. По 150 рублей банка. Да, мы сегодня очень плотно с детками завтракали, уже в 10:30. Поэтому обед у меня еще делается. Вот хочу сейчас еще капустку сварить. Просто в соленой водичке, тефтельки, гречка. А еще я хотела показать. Я замачиваю в меде лимон. И вот я лежала в ковидном госпитале, меня так спасало. У меня был один лоток малина, залитая медом. А один вот лимон. И вот водичку пить вкусно. Сейчас абхазские лимоны завезут. Обязательно закуплю баночек. 10 нарежу и уберу абхазские. Они будут такие нежные-нежные. Дети уже тут. Сегодня прогноз смотрю. Капустку ложите себе, дети. Четверг, ливень. Это брокколи. Рома, у тебя вот печь. Ну, когда так долго, может и не будет. Ужасно. Это уже. А запада. Я знаю, что вы любите. Для вас и делала. Вы на славу потрудились. Собирали виноград. Мы еще не собрали. Я стихами заговорила. Вы на славу потрудились, собирали виноград. У нас сегодня молоко, видите, часть молока. Пока солнышко не скрылось, будем дальше собирать. Будем дальше собирать. Не видно ни бабушку, ни дедушку. Я же работаю без солнца. У тебя не видно. Вообще. А солнышко уже скрылось. С Ромы начинается. Валер, это ты из-за своей корысти. Убери, пожалуйста, салфетки на холодильник. Да, у тебя своя корысть. Они закрывают фон. А, закрывают фон. Вадик, для тебя есть две новости. Хорошая и плохая. С какой начать? Ну, с плохой, потом хорошая. С плохой ты дежуришь, Никита на завтрак дежурит. Хорошо. А хорошая? А? А хорошая? Приятного аппетита. Раскатал губы. Да. А тефтели нормальные? Да. Да, очень вкусные. Вечно даю гречку. На капусте. Ты что, уже поел? Я еще гречки хочу. Она тут. На столе добавка, вся на столе. И котлеты, и гречка. Я вот, наверное, тоже котлетку бы еще съел. Все, есть, кушай. Сегодня опять позвонила, написала. Надо покупать опять 1 кг 100 помидор. Снежан. Банками. Вчера 2 банки достали кетчуп. Что творят? Видишь, льют его. Ну вот это. А ты сама делала? Конечно. Так я в этот раз 200 килограмм сделала. И они его, видишь, что делают? Они вчера 2 раза в тут повлазили. Ну хорошо, что тебя. Так, может быть, вам дать побить по одной помидорке и вместо кетчупа? У нас тут есть помидор, зачем? Нет, нет, убила! Вкусно? Нам надо еще помидор. Очень такие получились. Да нет, а почему? Такая я рукодельница. А, может туда и курочку малую, чуть-чуть мясо. Все, потому что с любовью сделано. Да. Бабушка вчера угощала. Спанцов. Ксения. Говорю, когда она успела купить их? Она спекла? Ну, как официально это? Молоко, если надо, будут привозить.
бабушка, вторник и суббота. Вам раз в неделю или два раза в неделю? Мы посмотрим еще. Мы сегодня попробуем, молоко хорошее. Очень хорошее молочко, чистенькое и вкусно пахнет. Да, знаешь, как хорошо? Мусор, субботу. Да, мусор и молоко. Не точно. Главное ничего не перепутать. Да, а то купите у нас мусор. Молоко выкинете. Молочка Ване налей еще, Вань. Давай я налью. У тебя чай, он молоко пьет. Да, он молоко пьет. Спасибо. Пожалуйста, сыночка. Валер, ты точно наелся? Третья порция пошла. Соскучились за молочко, да? Вот это понятно. Ты теперь будешь отъедаться всегда лишнюю порцию есть. А вдруг больше не придется? Я не пойму, а Снежана где? Опять. Она в последнее время как-то исчезает из стола. Вот она и я. Это Снежана. Вот она и Снежана. Я тогда-то с больницы, когда приехала, вообще про нее забыла, что она не сидит за столом. Пока Рома не сказал. У нее черный ход теперь есть под столом. Бункер там. Раз вышла где-нибудь. Спасибо, мам. А как это сложно у вас обедать? Спасибо, мам. Как? Сложно у вас обедать. Почему? Это молоко, папа. Тяжелый, домой уходишь. Молоко Ваня допивает. А это не буду? Молоко только допивай. И все? Дети после обеда 2 часа отдохнули, пошли заново добирать виноград. Сейчас уже темнеть будет, ну чуть-чуть они сейчас еще доберут. Я сделала кетчуп ткемали. Рецепт брала с интернета. Какой в том году делала, не нашла, но это тоже нормальный интернет. Такой вот он густой получился у меня. Ой, и я, у меня был без косточек уже, а шкурка... Там везде протирают через сито. Я блендером взбила, долго поварила. Мне понравилось. Нету ничего, чуть-чуть. Я думаю, на мяске вкусно будет. Использую свою соковарку. 5-литровая банка. Вот только поставили. Сейчас сделаем сок виноградный. Заготовки делать надо, урожай подходит. Да мне надо наделать, а то мне потом заберут его весь. Сделать бы хотя бы баночек 10.